Собрал всем болельщикам, я думаю, что игра понравилась. Было много обилия голов забитых, обилия моментов было. Две команды играли комбинационный футбол. Где-то, может быть, по владению чуть-чуть у нас больше было. Так, субъективно, еще цифры не смотрели. Одинаково создали моментов. Начали игру очень хорошо. Это, наверное, самое лучшее начало игры, которое вот было до последнего тура, до предстоящего. И, так скажу, не почувствовали момент, когда можно было, в принципе, не добивать соперника, а можно было играть с позиции еще доминирования и еще забивать голы, но упустили инициативу буквально в течение там 2-3 минут. Соперник создал быстро атаки после нашей потери. Стандарт, один опасный гол, 2-1, и, естественно, как бы команда потеряла уверенность, инициативу. Соперник почувствовал, что можно создавать, можно накрывать, играть прессинг активно. Естественно, ближайшие там 15 минут мы играли не в тот футбол, который хотелось и который мы ставим. Концовку первого тайма выровняли игру. Вторую половину тоже так же начали недостаточно активно при отборе и прессинге. Но соперник достойно действовал, активно действовал, пытался накрывать нас, пытался создавал моменты, в основном после фланговых атак, конечно, к чему мы и готовились. Но так повторюсь, что думаю, что упустили больше мы момент в первом тайме, чтобы все-таки в конце матча был исход совсем другой. А так и соперник заслужил очко, и мы, но жалко при счете 2-0 упускать победу, это вдвойне жалко. Основной причиной могу сказать, что у нас выпала основная ось в построении нашей игры, это полузащита. Уткин не играл, Мацукатов играл, который тренировался 2 недели только, функционально был не готов. Голубев на своей несвойственной позиции в связи с потерей Бородина, и немножко, конечно, стройность и конструктивизм немножко пропал. Но ребята, которые вышли, молодцы. Все-таки морально-волевые качества проявились сегодня и в концовке. Могли в конце и вырвать игру, там было пару моментов. Могли и проиграть. Ну так, и футбол был зрелищный, интересный болельщикам. Мы действуем, соблюдая две цели. То есть дать качественным футболистам первую команду и быть в таблице как можно выше. А там как получится. То есть мы, когда вступали в это первенство, мы могли прогнозировать, какие сложности могут и территориально с переездами, и с плотным графиком игр. Но по пути так исходной дистанции, конечно, хочется быть выше. Мы сегодня ехали побеждать. Хотя в первом туре мы выходили, ну, откровенно говоря, мы не знали, что наша команда может. А сейчас мы хотим, желаем в каждой игре получать 3 очка.